Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Заходим на тренировку и забираем наш отряд. Конечно же, вот он. Так, выбрать не надо, нам больше ничего здесь выбирать. Нам нужно прокачать. Конечно же, ребята, прокачиваем до... до третьей звезды. Развиваем Суню-кун. Ух ты, смотри, как он прикольно теперь выглядит. Вау, мне нравится, как он выглядит. Шикарненько. Так, ну что, я, наверное, дальше, ребята. Какой-то подключиться, чем подключиться зачем-то. Я, наверное, дальше отправлю наших этих бойцов прокачиваться. Суню-кун. А может быть вообще поставить сюда всех бойцов, которые у меня не до... Слушай, давай-ка мы точно так и сделаем. Вот этот вот отряд у нас будет типа отряд специального назначения. Ну, в плане того, что мы будем сейчас здесь формировать отряд, который нам нужен будет для прокачки. То есть, вот кто у нас не прокачан? Грифон, насколько я помню, он давно напрашивается, но я все никак не могу выбивать на него карточки. Где Грифон-то? Так, кстати, помимо Грифона можно еще взять Термина. Прокачать. Он вообще у нас там слабенький. Так, Грифон, он у нас, к сожалению, занят, да? Он у нас в другой команде, он активен. А кто у нас еще не прокачан по фулке? Я вот не помню. Не помню, друзья мои, хоть ты что с этим делай. Да что ж ты будешь делать-то? Как бы вспомнить-то? Сакура точно не прокачана у нас. По-моему, бот-паук непрокачанный. Служитель тьмы, не помню. Тритон, например, возьмем Тритона. И толкатель занят. Вуджена. А сейчас мы просто с тобой посмотрим. Просто посмотрим, кто у нас не прокачан по фулл-звездам. Вуджен не прокачан. Здесь у нас не прокачан. Да, бот-паук не прокачанный, как ты видишь. Здесь замок вот этот не прокачан, имеет всего 3 звезды. Служитель тьмы не прокачан, поэтому я, наверное, все-таки возьму служителя тьмы здесь вместо... вместо Тритона. Тритона я уберу из нашей команды, а служителя тьмы поставлю. Вот так вот, ребят. Вот такая будет у меня команда на данный момент на тренировке. Поэтому я ее отправляю вот сюда. Пускай. Так, начать тренировку. Выберите свой отряд. Все, пошел. Пошел он у нас тренироваться. Ну, а, друзья, мы пойдем на арену. Так, 21 карточка выпадает нам на епископа. Плюс вот такое, что сейчас было. Так, награда высшего уровня. 21 карточка, прикинь. Ребят, ну это, естественно, нужно выигрывать. Понимаешь, что 21 карточка Сунь-Укуна даже не обсуждается. Будем брать. Я возьму, наверное, вот этот отряд. Поехали. Начнем. Потихонечку начнем здесь разборочки. Ну что, выпускаем, наверное, да тут можно вот так даже сделать. Он один справится здесь. Без каких-либо проблем. Ты, ракуша, так смотрится нелепо, если честно. Хоп-хоп, все, он упал. Хоп-она, все. Один удар, друзья, и замок был повержен. Ну что же, вот такое вот у нас начало. Бродяга, жрица, башня рощи. Ничего себе тут. Награды какие. Прям уже готовые, да? Нате, берите. Только не обляпайтесь. Так, я сейчас гляну, что у нас с тобой на арене. Ох, ё. Ну, ради грифончика, извините, ребята, придется подраться. Ради грифона я буду драться. Так, а что у нас тут? У нас какой-то отряд тут. Если честно, дали не особо си... Оу. Там у них и пришелец, кого там только нету. А как я здесь буду выигрывать?
Ну, понятно, что можно вызвать, в принципе, всадника на журавле. Вот, всадник на журавле пошел. Этот тоже нам парень не страшен. Вызываем паладина. Нет, 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 он же сейчас может... Ну! Фух, успели. Успели, друзья мои, перевоплотить. Точнее, не перевоплотить, а уничтожить. Так, опять паладиныч выжил. Как ни странно. Так, ну здесь грифон, наверное, ничего нам не сделает. Ты достал уже, а? Ну давайте, ребята, наверное, надо тут ускориться, я так понимаю. Ну, смотри сам, все у нас получилось. Очень даже круто. Ну что, 23 карточки на грифона мы получаем. Понятное дело. Грифончик — это хорошо. Вот он. Ну что, погнали тогда дальше. Раз. Возьмем так, так и вот так. Нет, баллиста, наверное, нужна или как. Ладно, посмотрим, что у нас сможет сделать служитель тьмы. Так-то обычно баллиста бомбит, но я не помню, служитель тьмы, он вообще воздушные цели бьет или нет. Вот этого я не помню. Вот этого я не помню, к сожалению. Так, пускай у нас идет пока всадник на журавле. Ага. А откуда у него чумнуха-то взялась? Да чтоб тебя, ты специально, что ли, так? Я не пойму. Допустим. Так, ну здесь мы должны победить. Слушай, служитель тьмы очень даже неплохо сзади бомбит их всех. И, соответственно, наших подлечивает. Так что очень даже неплохой вариант. Баллиста, конечно, тоже, наверное, хороша. Но служитель тьмы, по крайней мере, он подлечивает еще наши войска. Так что я, наверное, его оставлю в отряде. Так, ну что, последний у нас бой. Сделаем так, так и вот так. Поехали. От паладина, если честно, я здесь вообще не вижу толку. То, что он подбивает воздушные цели, также то же самое может сделать и баллиста. Просто паладин пока сделает свой размах. Пока там что-то созреет для удара. Все, там уже враг, как говорится, тут как тут. Сейчас я попробую все-таки. Это тоже пока не страшен. Это все пролетает мимо, смотри. А вот это уже да. То, что не подбили, то это, конечно, хорошо. Это все. Ну, ё-моё, ну... Да что же это творится-то, а? Пришлось, ребята, применить вот это небольшое ускорение, так скажем. Дай-ка ускоримся.
Ну. Ты посмотри, 30 секунд, ребят, осталось. Последние 30 секунд. Есть, успели мы. Успели, ребят, пробить. Блин, ну классно, классно. Мы все-таки получили с тобой полностью все карточки, все награды на нашего грифона. Это меня радует очень сильно. Потому что грифон мне нужен. Я его хочу прокачать уже давным-давно. Но вот карточки в бою, к сожалению, мне не выпадают. А здесь была вот такая возможность просто заработать. И это классно. Если посмотреть, ребят, на грифона нам, ну, прилично не хватает. Так, это у нас... На подданных нужно еще нам, сколько получается, 73 карточки. Ну что, мы переходим с тобой, естественно. Что? Сохранить состояние, когда нам нужно. Ну давай, пускай будет. Все, да. Так, здесь у нас фехтовальщик. Я почему-то думаю, что вот эта команда вполне сможет здесь разобраться. Да? Так, вышел фехтовальщик. Ну что, встретит его, наверное, жаба с молотом. Бэмс. Ну что это за дела, я не пойму. Ну, големушка, выходи. Так, энергию отдай, пожалуйста, мне. Ну и все, и пошел, пошел, пошел мой отрядик потихонечку, потихонечку. Как говорится, не спеша, тихо шифером шурша, разбирая всех и всякого, кто встанет у нас на пути. Плюс ураганчик, плюс ускорение. Тут уже можно, ребята, ускоряться. Колбасим, колбасим, все. Вот таким вот образом мы с тобой проходим. Да что ты будешь делать? Да что они мне всю рекламу-то эту подсовывают, а? Через каждый поединок. Так, друзья, третий этап. Не буду ничего менять, оставляем все ровно еще там, что у нас и было. Никаких добавлений или, наоборот, исключений. Ну, куда ты идешь, а? Куда ты вот бежишь? Скажи мне. Блин, фехтовальщик, нам нужен срочно кто? Ниндзя. С помощью ниндзя сейчас мы тут запинаем всех и всякого. Так, лучница. Пришла, ребята, лучница. Так. Молния. По-моему, как-то она не особо хорошо сработала здесь. Молния это. Лучница, ты достала. Все, тут уже, ребята, ускоряемся. Ну да, тут уже им ничего не поможет, поэтому, ребят, естественно, я ускорялся из-за этого. Так, давай тогда двигаться дальше. У нас вот так вот. О, тут бродяга. Ребят, ну против бродяги, я думаю, нам надо, наверное, вот этот отряд брать все-таки. Все-таки надо брать именно этот отряд, потому что бродягу нужно контрить. Вот он вышел с двумя кинжалами. Давай, 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 иди сюда. Хоп. Жить. И распилякали мы его. Так, тут копейщица еще идет, блин. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Успокойся, пожалуйста, бродяга. Всадник, бомби. Ну и зря ты сюда появился. Дынс. Так, ускоряемся, ребят. Бродяга. Вот тут вот, ребята, он отрубился, короче. Ну что, переходим, видимо, на последний этап. Здесь у нас король. Я вот думаю, может быть, нам
А давай попробуем своими силами. Ну, не то, что своими силами, я имею в виду, не привлекай сюда топовый отряд. Получится ли у нас что-нибудь? Ну, естественно, для начала наберем с тобой максимальное количество. Ну, никак. Максимальное количество, кстати, здесь 1000, если кто, ребят, не знает. 1000 энергии — это максимальное количество, которое можно взять. Так, смотри, смотри, что вытворяет, а? Эти там сразу испугались. Убежали. Я попробую сейчас призвать еще друидку. Так, друзья мои, друидку я призвал. О, король. Ты посмотри, как он фигачит. А по воздушным целям-то он ничего не может сделать моему всаднику на жаровле, прикинь? Вообще ничего не может сделать. А он его бомбит. Прикол. Так что, ребята, все довольно легко и просто. То есть всадник на жаровле просто забомбил короля. Причем в легкую. Вот так вот. Так что достаточно иметь летающего юнита у себя в армии, чтобы вот так вот с королем разобраться на изи. Ну а мы открываем сундук подданных, и выпадает нам здесь... Ну, все это есть, все это прокачано у нас. Территория нежити встречает. Чумнуха здесь. Ну, против чумнухи, я думаю, что все-таки наша ниндзя будет помощнее. Но это не факт. Сейчас попробуем призвать ее. Он сейчас чумнуху позовет. Ух! А как же так-то? Фух! Не стой, Вьяд! Вьяд залезла, ну куда ж ты? Так, есть. Бедные стоят там в ядовитых этих испарениях. Но тут все, ребят, тут победа. Тут мы справились. Так, ну что, двигаемся дальше. Поехали. Второй этап. Блин, вот то, что привидение здесь, конечно, добавляется, это не есть хорошо. Не нравится мне. Ну, естественно, он сразу начинается с него. Я тоже, когда брал привидение, думал, что разочек его запустил, и все, и можно балдеть. Нет, ребята, тут, оказывается, привидение, по крайней мере, у меня надо вызывать постоянно. Так, толкателя бы, наверное, еще призвать нам здесь не помешало бы, да? Чтобы откидывать их всех куда подальше. Ну и ниндзя, естественно. Видел, как мы его откинули? И он еще в стане находится, когда мы его откидываем. А вот то, что лужа кислоты здесь, это плохо. Давай ускоримся. Чуть-чуть. Есть. В дребезги. Ну а как он хотел? Он думает, что я буду на него стоять тут и любоваться, пока он бесчинствует, да, на нашей территории? Нет, конечно, ребят. Ну что, третий этап. Служитель тьмы. Служитель тьмы — это беда, ребята. Я знаю, что такое служитель тьмы. Не зря я его хочу прокачать. Топовые бойцы, служитель тьмы и грифа. Вот они у меня сейчас на первом месте стоят именно по прокачке. Ну и Сунь-Кун, естественно, ребят, без него. Кто-то спрашивает, как тебе боец Сунь-Кун? И изумительный, ребята, боец. Вообще великолепный. Он и наземник, и в то же время он может бомбануть, когда он на посох забирается, ну, все цели, и наземные, и воздушные.
Так, вот служитель тьмы, как бы тут вот сейчас вообще мне не в тему. Заморозка. Вот так вот. Чтоб им пусто всем было. Ниндзя. Грифу, этого грифу. Чумну, конечно же, вали. Подобрали, называется, ускорение. Просто снесли базу. Не только базу, вообще всех снесли, кто там стоял у нас на пути. Так, друзья мои, у нас тут кончилась энергия на этом отряде. Вот что я тебе скажу. Не очень веселая новость. Так, ну что, придется, наверное, вот этим отрядом как-то действовать. Нет, тут некро, наверное, все-таки вот этим. Потому что некро будет своих этих вызывать, головастиков мелких. Естественно, их нужно будет уничтожать. Колобков этих кусачих. Угу. Я начну, наверное, с грифа тогда. Потому что грифон запинает сейчас эту некро. Ага, он вон что делает. Опа. Как мы круто. Грифон сделал свой предсмертный хрип. И, соответственно, тем самым... Да ё-моё. Ну куда ты в кислоту-то встал? Ну ёпрасы-то, ну... Чумнуха оказалась сильнее. Чумнуха оказалась, ребята, сильнее, чем... Нет, это что-то вообще жесть. Да ну какого лешего-то тут происходит, эй! Я ничего не успеваю сделать. Ты посмотри. Ну, давай, 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 родные. Да чё ж ты так быстро-то, баллиста, погибаешь-то у меня? Тебе этот призрак что-то бомбашит так? Мы не успеем, ребята. 23 секунды. Вообще не, не вариант. Так, призыватель. 10 секунд. Не успеем. Не уложимся по времени. Вообще, хоть сможем пройти-то здесь? Чё-то я как-то сомневаться начинаю, что мы вообще-то сможем пройти что-то. Сейчас проверим. Мы уничтожили, конечно, ребят, но во времени мы не уложились. Поэтому нам придется переигрывать. Так, квесты завершили. И отряд нам, естественно, нужно брать тогда другой, получается. Наверное, вот этот все-таки. Сейчас посмотрим. Ну, здесь друидка, тут, конечно, будет нам попроще. Так, начинается, ну понятно. Пошел у нас всадник. Он сейчас грифона будет вызывать. А, нет, у него не грифон, у него. Вот так вот, сразу. Двоих. На вытяжку, да?
Ну? Как вы заколебали, а? Сейчас моя друидка подойдет. Сейчас все будет как надо. Так, ураганчик. Ну, тотемы ставь, пожалуйста, друидка. Вот это я понимаю. Быстрая победа. Стоило только ей дойти до базы, и все. И она раскромсала их. Так, ну что, друзья мои, у нас... Кто здесь? Босс. Здесь очень серьезный босс у нас. Старый дед воин. Поэтому я возьму свой топовый отряд. Специально в наказание. Так, Ронин. Давай, наверное, Ронина выпустим. Бежит, бежит, бежит. Ай! Голем помешал, голем помешал, ребят. Да не только голем. И чумнуха здесь еще прибежала. Так, погнали. Ну и все. Пару ударов мечом Ронина, и базенка прямо на глазах рассыпалась. Забираем награды. Так, прыгун, старый дед воин. В общем, нормально. Нефритовая долина, друзья мои. Нефритовая долина. Ой, тут Ронин. Тут Ронин. Блин, вот ненавижу, когда Ронин на короткой дистанции, ребят, появляется. Молотильщик, давай. Есть. Красавчик. Я думаю, все... Опа. Хорош. Побаловали и будет, верно? Замок-то будем наказывать сегодня или нет? Конечно, будем. Молодцы. Так, ну что, мы идем с тобой на второй этап. Энергии у нас две штуки. Блин, вот здесь будет похуже. Ну как похуже? Это нефритовый дракоша, короче. Ну да, подбешивает. И ничего ты с этим не сделаешь. К сожалению. Эй, оба наказали. Ну-ка, иди сюда. Совсем другое дело. Так, я буду, наверное, сейчас вызывать друидку к нам на помощь. Угу. Поехали. Чего ты, дракоша, испугался? Друидка, все нуждаются в твоих тотемах. А, тотем уничтожает всадник на журавле. Вот оно что. Пятьдесят шесть секунд. Все-таки осталось. Есть. Ну и замечательно.
Так. Давай дальше. Третий этап энергии у нас. Трындец. Блин, ну этот отряд, я не знаю, нам, наверное, придется вот этим пока отрядом драться, потому что тут Ронин, опять же, повторяю, ребят. Не дай бог выпустит. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Не успел, ребята, я не успел. Хотел как можно лучше. Специально здесь поставил на максимальное ускорение, ребята, ну, потому что тут уже переигрывать надо. Да, подбили, но меня такой расклад не устраивает. Тратить энергию, нифига. Не пойду я на тот этап. Я буду на этом тютюкаться. Сейчас мы сделаем тогда, знаешь что? Для затравки отправляем вот этого. Ага, ну видишь, ну кто знал, ребят, что здесь он уже не побежит. И... Да это вы серьезно, что ли? Пипец, короче, я тебе скажу. Просто пипец. Да. Лучше, блин, не придумаешь. Вы сейчас серьезно, что ли? Я не пойму. Ты прикинь? Понятно все, короче. С этим отрядом. Этот отряд вообще не способен ни на что. Он слишком дорогущий. Так что только имба. Только имбовый отряд. Вот этот вот. Но опять же, имба, имбе, рознь, блин. Да вы заколебали, вы серьезно что ли? Ну идем ее, ребят, опять фейл. Опять этот Шевронин вышел, блин, с разбега. И все, ребят. Я жду после того момента, когда... Когда он не будет разбег делать, ты понимаешь? Вот что мне нужно, чтобы он вышел без разбега. Он не хочет. Мне что ли сделать? Первым выпустить его. Давай я рискну. Мой. Мой, друзья мои, красавчик победил в этом спарринге. Ну, тут-то уже все, тут. Дальше уже будет проще намного. Уронен. Наконец-то. Да, против Ронина это, конечно, ребята, вообще ущербно играть. Если он еще тем более выбегает как псих, то тут все. И опять же здесь Ронин. А как я буду последний уровень проходить здесь с боссом, который... Скажи ко мне на милость. Бежит. Да. Не самый лучший вариант получился. Что там хоть-хоть, конечно?
что за жесть-то? Вот, правильно, бомбите все свое. Правильно, к ногтю их. Вот так вот. Есть. В замок просто в кислоте был, поэтому, ребята, он получал урон. Но вопрос сейчас в другом. Как я буду проходить последний этап? Вот этот. Как я буду его проходить? Вот этим вот отрядом. Или даже вот этим. Ну, в этом отряде у нас все не прокачанные. Я сейчас ума не приложу, как это все будет выглядеть. С боссом. Нет, ну босса, по возможности, ребята, можно поймать в клетку. Он как раз идет со своей свитой всей там, да? И как бы можно его чисто подловить. А, тигр, блин. Вот достаточно сейчас тигру, блин, душу свою эту. И все, ребят. А вот, ребята, и бог ветра вышел. Естественно, сейчас будет сдувать тут всех. А что такое? Где? Давай, ловите его. И убивайте, пожалуйста. Убивайте, уничтожайте его. Есть. Уж хорош уже, а. Что-то мне подсказывает, что я не успею, не уложусь. Да, ну... Это что, вот это нормально, ребят? Вот скажи мне, вот это нормально все сейчас, что происходит здесь? Все, я по времени не уложился, можем ускорение ставить. Спокойно. Нет, тут слишком какая-то долгая война идет. Не знаю, как тут вообще побеждать их, этим отрядом. Это ребят, это ничтожество. Этот отряд, он вообще здесь... Я не знаю. Поехали, еще разок. Пока энергия есть, буду пытаться пыхтеть как-то, я не знаю. Здесь вуджены. Это, ребята, самая главная пакость. Получил свое? Самая огромная пакость — это вуджены.
А он уже бога ветра вызвал. Друзья, он уже вызвал его. Да получи ты. Да в плане не сработало. Баллиста просто не успеет дойти. Понимаешь? Грифоны, давайте, пожалуйста. Есть. Фью. Ребята, получилось. С горем пополам, но мы прошли. Трындец, конечно. Ну, давай открывать сундук. О, ядерный робот. Пряничный домик. И фехтовальщик. Ну что, ребята, у нас новый порт. Новый портал. Так, тут есть энергия. Попробуем этим отрядом, а? Сыграть. Смешно, конечно, но я хочу попытаться. Блин. Ай-яй-яй. Пытался? Правильно, вот так его. Туда-сюда, давай. Отталкивай, притягивай. И корни еще запустим. Фига ты. Да ты заколебал уже, а? Плешивый ты, блин. Ты видел, что он сейчас сделал? Все, тут кранты. Все, ребят, ускоряемся. Не, этот отряд... Силенок у него не хватает, понимаешь, что дело? У этого отряда не хватает сил. В то же время сейчас вроде бы, да, как бы неплохо, но по времени, ребят, не уложится. Да. Нет, слабым отрядом проходить это хуже не придумаешь. Ничего хорошего в этом не выходит. Так, давай-ка мы, наверное... Термин 9000. Сотый уровень. Так, в бой. Вообще не смогли пройти. Так, он, ну этот отряд, конечно, ребята, должен, по идее, пройти. Но опять же, по идее. Угу.
расклепали. Ну, тут все уже предрешено, ребят. Тут уже шансов нет. Вот и славно. Вот и славно, здесь прошли. Так, у нас, по-моему, там еще есть энергия, так что дальше двигаемся. Так, вот на этом отряде есть энергия, отлично. Тут воблер, пришелец и, опять же, жаба с молотом присутствует. С кого начать? Ага, лети, лети отсюда, паршивец ты такой. Ну и, конечно, ниндзю. Выпустил воблера. Не успел, вот и хорошо. Вот и славненько. Да запинаем, запинаем мы эту базу. Ничего он тут уже не сделает. Все. Так, и у нас, если не ошибаюсь, последняя энергия остается. Это вот тут. Слизень, морпех, пришелец. Ну, в принципе, баллиста здесь будет контрить. Контролировать всех дальников именно. Ну что, вызовем фехтовальщика в первую очередь? Ладно. Я немножко не так хотел. Не то, что даже я не так хотел. Иди ты, знаешь куда? Захотел он там схватить. Губа не дура, я смотрю, у него. Давай вскряху. Есть. Ну что, друзья мои, здесь все, мы с вами прошли. Мы, по-моему, даже всю энергию потратили. Сейчас проверим еще разок. Да, всю энергию потратили. Ну что, тогда на этом я, пожалуй, буду сегодня заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!